Мы вас поздравляем от всей души. Говорим вам спасибо за ваш труд, который вы внесли в Сбербанк. И мы всегда рядом. С улыбкой на лице Алла Ивановна принимает поздравления от работников Сбербанка и представителя командования 5-й армии. Сегодня женщине исполнилось 90 лет, 37 из которых пенсионерка отдала работе в банке. Рассказывает, что жизнь была активна, успела даже пожить в Узбекистане, так как муж был военным. Я любила свою работу. Работники у нас все были очень хорошие, добрые такие вот. Очень хорошо было. Сначала кассир была немножко, потом бухгалтером последующего контроля работала, потом старшим контролером немножко работала, а потом уже заведующей операционной частью 20 лет проработала. После выхода на пенсию Алла Шевченко часто приходила в банк не только в гости, но и помочь с отчетами. А уже дома бабулю окружал семейный быт. Родных у пенсионерки много, аж 5 внуков и 4 правнука. Но все же рабочей суеты в жизни не хватает. Очень скучно, очень. Сейчас вот постоянно вспоминаю, и без конца мне снятся сны, что я на работе, что где-то в архиве что-то ищу. Так любить свою работу может не каждый и не всем дано. Восхищается именинница и семья. Ведь такой пример женщина показала родным. Внучка Аллы Ивановны ярко запомнила моменты своего детства, когда удавалось побывать на работе у бабушки. Я любила с детства к бабушке ходить, когда вот на Ленина Тимирязева был Сбербанк. Раньше там было большое красивое окно, витражное окно, и бабушка там сидела. Это было, ну, очень интересно. Это было, ну, как она с людьми так всегда общалась, люди ее очень любили. Они даже вот специально к ней приходили, в ее смену приходили, чтобы вот именно к ней попасть. А сегодня за праздничным столом собрались все самые близкие – дети, внуки, правнуки, сестра и лучшая подруга. Пожелали здоровья и долголетия. Кристина Бабчук, Ларион Николаев, Телемикс.